Безопасность и защита населения при возможных чрезвычайных обстоятельствах была и остается задачей номер один для всех силовых ведомств. На очередном заседании антитеррористической комиссии обсуждались актуальные задачи. Речь идет о комплексе мер по антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры. Социальная и общественно-политическая обстановка, она стабильная. Есть, как всегда, отдельные сигналы, отдельные моменты, на что мы реагировали, не теряя бдительность. И эту бдительность мы не будем терять. И взаимодействие между органами государственной власти, органами местного самоуправления, будем работать на общий наш результат. Синхронизация федеральных и региональных программ в области транспортной безопасности дает положительные результаты. Система видеонаблюдения, созданная в столице республики, позволила сократить число нарушений. В рамках федерального проекта «Умный город» работа в этом направлении будет продолжена. На комиссии обсудили защищенность всех транспортных ворот республики, включая вокзалы, аэропорт и другие. Кроме того, рассмотрели опыт работы научно-образовательного центра по противодействию экстремизму при Чебоксарском кооперативном институте.